Да, все, пошло. Вы бабай номер два через шин? Не, все, вот, ждем, со дня на день ждем. Да, всю неделю уже ждал я. Ну, видимо, да, видимо... Скоро дедушкой будете? Второй раз уже, да. Второй раз? Да. Первому внуку уже вот третий год, а теперь внучку ждем, теперь девочку. Это хорошо. Ольга Васильевна, вас давно не было. Да. Информация. Хорошо, я что-то пропустила, да? Что-то пропустила. Я только четыре. Трошки так пропустили чуть-чуть. Тут не были, да? Что там тут будет? А что, я что-то пропустила? Да, друзья. Слава Богу. Да, приветствую, кто подключается. Надеюсь, мои уже подключились. Вот, на утренние молитвы подключаются мои, смотрю я. Вот, а потом там списываемся, да, что видели, смотрели, молились тоже вместе. Ну и на служение тоже теперь имеет возможность так подключаться. Слава Богу. Так что моих приветствую. Вот, если там внучка появилась, то уже напишите уже тогда. Обрадуемся. Ждем неделю все. Ну ладно. Хорошо. Утром вроде еще не было ничего. Будет. Да, слава Богу. Волнуюсь тоже, вот, ну, как положено. Вот, и давайте Господа поблагодарим за все. Да. Помолимся в этот день воскресный, на этом утреннем таком собрании нашем. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство, и силы, и слава во веки. Аминь. Благослови нас сегодняшним утром этим, наш Небесный Отец. Боже, благослови, Боже, своим отцовским благословением всех нас собравшихся, всех, кто подключается сейчас онлайн, кто задерживается в пути, сейчас благослови во имя Иисуса Христа. Боже, и сегодня не только наше это собрание благослови, но и благослови все собрания богослужения, где сейчас прославляется имя Твое, имя Иисуса Христа. Боже, и здесь, в Киеве, и... по всему лицу земли пусть льется эта песня. Иисусу слава, Иисусу Христу слава и хвала. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аминь. Вот, братья и сестры, на днях мы вот попрощались, в пятницу попрощались с Коропом Валерием. Брат наш ушел в вечность, вот 13 числа получается, да. И вот 15-го были похороны. Да, песни хорошие, песни очень даже. И вот, хотя тело предано земле, он ушел в вечность, но он сейчас на небесах славит Христа. Вот, а его песни, они звучат, и еще, я думаю, еще больше будут звучать сейчас, еще больше и больше будут звучать. Поэтому он жив не только с Господом, но и в этих песнях тоже Иисусу вся слава и хвала. Аминь. Иисусу слава, Иисусу слава, лунная песня на скрилах и Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, спеваем гимна. Вся земля так довго на цей день чекала, коли вийде з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось. І цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світ
випливай пуття через свого сина, всемогутній батько, нам дарує віки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає мирна Україна, люди України, підіймайте руки, прославляйте сина. Він єдиний Бог, він своєю кров'ю розірвав кайдани, він достоїн слави. Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вірна Україна. Ісусу слава на віки, на віки. Ісусу слава на віки, на віки. Слава Ісусу Христу! На віки слава Богу Святому! Алілуя! Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной! Благодарю Тебя, Боже, за жизнь, благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты доказал на Голгофском кресте, за кровь святую Сына Твоего, благодарю Тебя и благословляю великое имя Твое. Ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за спасение, дар Твой, Божий святой дар и страдавшемуся человечеству. Во Христе Иисусе, Господи нашим, благодарю Тебя, Господь, за все, восхваляю великое имя Твое, Бог мой и Царь мой, слава Тебе. Благодарю Тебя за эту честь сегодня, Боже, в собрании святых Твоих, Боже, прославлять Тебя, величать Тебя, Боже. Благослови нас, паки и паки, снова и снова прошу, благослови, Господь, церковь свою. Благослови, Господь, нашу Киевскую архиепископию. Благослови всех священнослужителей, братьев, Боже, сестер. Благослови, Господь, и отца Виктора. Он не сможет быть, да, сегодня? Нет. Благослови его, Господь, когда находится его дом, его семью. Благослови, да, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, благослови Кифу, Господь, там, в Днепре, в Чаплино, Боже, на служение. Благослови его. И в следующее воскресенье, Боже, устрой, чтобы он был с нами, и мы разделим эту нашу радость общую, Господь, евангельскую. Слава Тебе. Боже, благословен Ты, Царь наш, благослови, Господь, слава Тебе. И во Львове там служение, благослови предстоящий, Господь, Боже, начало церкви, служение во Львове. Боже, благослови, Господь, нуждаемся в Тебе, потому что без Тебя не можем сделать ничего, Господь, Боже, стоящего, ничего доброго. Но с Тобою мы сможем сделать все, Господь, Боже, во славу Твою. Боже всемогущий, благослови, благослови, аллилуйя. Аминь. 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 За Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою.
воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. Вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, дар Твой во Христе Иисусе, за кровь святую, которая искупленным от суетной жизни предана нам от отцов, за кровь святую, величайшую святыню Твою, благодарим Тебя, Господь. Боже, потому как Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Тебе, Господь! Слава. Имея Сына Божьего, мы имеем жизнь вечную. Господи, слава Тебе! Ибо един Бог, Ты святой и един посредник между Тобою, Богом, и небом, и человечеством, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех нас. Благодарю Тебя за великое первосвященство, пастыря-начальника Иисуса Христа, начальника веры, совершителя веры, Господа нашего, Спасителя нашего, брата нашего, друга нашего, царя нашего. Слава Тебе, Господь! Боже всемогущий, благослови, Господь! Як олень! Як олень пране до потоків, так душа моя прагне Тебе, я бажаю Тобі сказати, що я так люблю Тебе. Ти любовь вливаєш.
Сердца наши Духом Твоим Святым. Благодарю Тебя, Господи, за эту жажду, которую Ты даешь, Господь, сердцам нашим. И сам же эту жажду и удовлетворяешь собою, своим Духом Святым, Утешителем. Слава Тебе! Боже, благодарю Тебя и благословляю великое имя Твое, Боже. Здесь это собрание наше благослови. Благослови народ свой миром, своим шаломом во имя Иисуса Христа. Благослови Киев, благослови, Господь, Украину, Боже, особенно вот в эти дни, в преддверии выборов, Боже, разные кандидаты с разными хорошими, разными обещаниями и прочее, но, Господь, мы знаем, что от Тебя, Боже, Господь, победа, от Тебя, Господь, свобода, не от человеков, Господь, потому как единственный, кто во всей вселенной, кто обещает и исполняет, на все 100% это Ты, Господь Божий, это Слово Твое. Боже, и Тебе мы можем доверять смело, Господь. Боже, и какой бы ни был бы выбор, Господь, украинцев, Боже, граждан страны, Боже, Ты, Господь, я знаю, можешь все. Ты, Господь, благословишь, Господь, и дальше эти годы мирные, Боже, времена мирные, времена отрады, продолжи, Господь Боже, продли, Господь, для народа Твоего, да, чтобы звучало Слово Твое. Безбоязненно, чтобы проповедовать Слово Твое, Боже, открыто, Господь Боже, на площадях и улицах, и, Господь Боже, и в общественном транспорте, и во всех городах, селах, поселках, Боже, Господь, от Карпат, Господь, до Луганска, Господь Боже, от Черниговщины и Сумщины до, Господь, Крыма, Боже, пусть по всему периметру славится имя Твое, Господь, по всем этим просторам необъятным славится имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благословен Господь. Благословено Царство Твое. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь, аллилуйя. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь, друзья, братья. А я вижу, за стеночку, думаю, кто держитесь там. Проходите, надо было сразу проходить, не стесняйтесь. Да нет, ну во время молитвы я никогда не прохожу. Да, слава Богу. Отец Алексей, вы скажете слово, да? Прочитайте. Слово, да, прочитай. Аллилуйя, аллилуйя. Слово, аллилуйя. Максим, можно остановить сейчас? Хорошему христианину завжди видео, да? Да, да. Сказать. И...